Всем привет! Вы на канале Чайный Эксперт. Сегодня у нас очередная посылочка из Китая. Как вы видите, пришли нам вот такие вот выкидные ключики. Сразу перейду к плюсам. Материал очень хороший. Как вы видите, все качественно собрано. Ничего нигде не люфтит. Материал действительно приятный очень на ощупь. Все работает. Поставляется с заготовочкой для нарезки ключа. Вот. В Китае стоит порядка $1500. Но в чем, собственно, суть этого видео? Не все рискуют заказывать эти ключики себе, потому как не знают размеров внутренних. Вот. Ну, потому как данные брелочки являются универсальными. Но все же для того, чтобы поставить туда свою старую плату со своего старого ключа в этот новый корпус, нужно знать размеры. Чем, собственно, сегодня мы и займемся. Так, эта часть не имеет шурупчиков, она просто открывается. Вот. Эта часть имеет шурупчик. В принципе, нам эту часть не принципиально разбирать, но так как мы уже пообещали, то мы уже разберем. Тут надо быть очень аккуратно, чтобы не выскочила пружинка. Не потеряли. Вот так вот. Так, эта часть для батареечки, она вроде бы как снимается, но нам не принципиально. Нам принципиально узнать размеры вот этого вот лоточка. Вот. Сейчас мы снимем замеры и зарисуем, как это выглядит. Так, соответственно, здесь у нас три кнопочки, ну так схематически обозначим их. Здесь у нас индикатор, и вот, собственно, наши размеры. Будем мерить внутренние параметры, чтобы знать наш полезный объем. Значит, ну, как видим, 21,5 миллиметра, вот эта вот стеночка, имеет. Так, далее. Тридцать один с половиной, вот эта стеночка, миллиметра есть. Значит, здесь у нас идет немножко расширение. Значит, двадцать три. Вот именно в этом месте у нас 23 миллиметра. Дальше какой параметр нас еще интересует? Ну, вот эту часть можно замерить.
14 миллиметров. Вот, но тут такое своеобразные две опоры по углам стоят, потому на полезное пространство оно повлияет, чтобы вы учитывали, что здесь вот в этом уголке есть элемент, который и также в этом, который будет участвовать в полезном пространстве при установке вашей новой платы. Здесь тоже опора имеется. Опора, так. Ну, в принципе, ну еще вот эту часть замерим. Так хотя бы ориентировочно. Ну, вот этот вот, если напрямую взять, то это будет 11 миллиметров. Ну и, собственно, в принципе, эти параметры будут, значит, параметры эти будут на миллиметр меньше, чем вот эти, потому как вот эта каемочка, она входит внутрь вот этой вот, вот этого лоточка. Поэтому здесь параметры вот этого будут меньше. Ага, давайте замерим диаметр. Ну, хотя диаметр — это стандартная батарейка, можно не мерить. Стандартная батарейка. Так, еще можно замерить высоту ориентировочно хотя бы, чтобы люди, когда заказывали, что знали, что по высоте у нас он, высота свободного пространства будет у нас порядка 7 миллиметров. Это полезное пространство. Все, в принципе, с параметрами разобрались. Вот я сейчас ближе наведу, так чтобы вот так. Вот так ближе будет. Можете записать себе. Ну и теперь покажу, как он собирается. Брелочек, кто не знает. Итак, чтобы собрать этот брелок, одеваем эту болваночку на пружинку. Смотрим, чтобы зашло в пазы. Делаем вот так вот пару оборотов против часовой стрелки. Ну вот, я думаю, достаточно. Два оборота сделали. Хватит для отстрела ключика. Одеваем, придерживаем болваночку, одеваем вот эту крышечку. Проверяем, или все работает. Все отлично. И закручиваем. В принципе, ничего сложного. Вот. Тут я уже говорил, шурупчиков нет. Свою платку поставили. Батареечка. Все влазит. Посмотрели. Захлопнули. Кнопочки работают. Все. И защелкнули. Все.
принципе, все, что хотел сказать в этом видео. Всем спасибо. Кому было полезно данное видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Еще впереди много интересного видео. Все, всем пока.